у нас новости. В начале 2018 года реалити-шоу про Николая Наумова и его окружение после нескольких лет съемок наконец вышло в эфир. На следующий день все его герои проснулись знаменитыми. Мне вот лично ваш сериал очень нравится. Это ж вы? Нет. 12 марта. Главное, Николай, что вас любят по всей стране, а я эту народную любовь помогу перевести в денежные знаки. Ну-ка, как-то это все странно. Че, мы же не артисты. Встречай новых суперзвезд. Папарацци. Теперь к лысому садись. Так ты, Вован. Прикольно. А можешь еще рассказать так-то? Поклонницы. Ну, медички же твоя слабость. И большие российские гастроли. А в меня там беляшом кинули. Говорят, что я плохо танцую. Смогут ли они пройти испытание славой? Николай, пожалуйста, ну хотя бы одно интервью. Сейчас тебе будет интервью. Иди сюда. И остаться собой. Как можно было загреметь в тюрьму за день до концерта? Вот это вообще кем надо быть? Вот вы кто? Придурки. Никакой фантазии. Олени еб... Реальные пацаны. Новый сезон. Очень важные перемики. Девушки, а вам кого? Нам бы трех реальных пацанов на пару часиков. Но учтите, секса не будет. У меня Валя. С 12 марта в 8 вечера на ТНТ.